Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can tell me I'm with just a touch. Замер.
Он 41,8 дБ на частоте 35 Гц. Итак, вкратце расскажи по системе, что у тебя установлено. Брайт S12V3. Система у тебя повседневная, то есть не боевая, да? Все, готовимся. 8 на ум, начинаем замер. Все? 148,4. Участников у нас много, порядка сколько у нас, 9, по-моему, участников в этом классе. Также постепенно можете готовиться. Первыми на замер у нас поедут Попротук Виталий на акценте 836 и Хватов Денис, Mazda 3. Итак, у нас заехал участник. Так, участник у нас Зимовников, правильно? Расскажи, откуда у тебя топор какой-то? Так получилось. Ты мясник? Я не мясник, просто так получилось у меня. Вот скажи, а если тебя в потоке кто-нибудь подрежет, ты выходишь за топором? Конечно, я вместе с топором снимаю. А инспектора ничего. Нормально фоткают, лайки ставят, подписываются на инстаграм. А штрафовать боятся, да, я так понимаю? Они этим подписались, будем следить за тобой. Сигналим и начинаем замер. Итак, у нас 145,9 дБ на частоте 54 Гц. Итак, участники класса R15, давайте договоримся так. Сейчас автомобили выстраиваются в очередь. И в порядке первой очереди мы будем замерять автомобили, чтобы не вызывать каждого человека. Так будет, наверное, проще.
Thank you.